телезрители. Канал КВЛАЗ начинает вещание в прямом эфире. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится акция оппозиции. Как всегда, сегодня 31 число, вот здесь, на площади Свободы, у гостиного двора. Акция защиты 31 статьи Конституции. За свободу собраний. Пока что здесь на площади пусто. Милиции очень много. Пустующих пока почти нет. 30 человек есть. Пока ничего не чинал, ничего, давайте вокруг походим. Ну, как всегда, вокруг очень много милиции. Вот, как всегда, Дернецкого. Все закрыты, перегорожены машинами, полицией и автобусами. Автобусы приготовлены, чтобы туда загружать задержанных. И сегодня даже вот появилась скорая помощь. Для чего непонятно, может быть, туда будет, где собираются сбивать и туда загружать, непонятно. Ну, скорая помощь есть, она мигает своими мигалками, и она приготовлена. Ну, как всегда, вот там на Думской улице тоже стоит ОМОН, автобусы и Урала, ОМОНовские. Здесь до всего Невского, вот эти минутки, полиция. Вот. Опять же, эта полиция закрывает. Пройдемте, мужчина. Добрый день. Полиция закрывает. В Москве что закрывает? Ну, я просто в эфире говорил людям, что закрывает полиция также место протеста от тех, кто проезжает по Невскому, чтобы не видели, что здесь происходит. В Москве внутренние войска, да? По радио сказали. В Москве только что сказали, внутренние войска свыше 20 автозаков, ОМОН. Кошмар. Ага. Бояться – это правильно. Это хорошо, да. Ясно, ну вот видите, у нас тут цветочки. В Москве, оказывается, все очень жестко. Вот. Так что протестующие, видите, уже подтягиваются. Ну, протестующие, видите, жизнерадостные, оптимистичные, так что... А на самом деле, акция сегодня, насколько она будет яркой и многочисленной, непонятно, скорее всего, не очень мощной, потому что... Оппозиция готовится к акции 4 числа, которая через 4 дня состоится. Та акция уже согласована, там будет марш. И активисты сказали, что они сейчас вот придут на эту акцию, но в основном готовится к... Вот видите, да, до всего Невского, вот, загруженной милиции. Вот, а вот там, на Садовой, стоят автозаки ОМОН. Значит, эта акция 31-я, статья 31, она как раз тоже не согласована. Заявка подавалась, но заявка не удовлетворена. Что скажет, на этот раз сказали, не знаю. Может быть, опять уборка снега скажет, но видно, что площадь пустая, и никакого снега нет. Ну, здесь видно, да? Садовая улица тоже, да, эти машины такой ходят, да, по Садовой. Здесь в этих машинах сидит греется она. В Петербурге сегодня очень холодно, где-то минус 20 градусов. Так что не жарко. Пожарные машины. Еще раз повторяю, вот несколько стоит здесь под зданием. Здание за дорожной полицией. Сама площадь достаточно пустая, немножечко протестующих, и появились журналисты. Понимаешь, во время трансляции, уважаемые зрители, вы можете оставлять свои комментарии, сделать это можно в чате, эти сообщения появляются у меня перед глазами. Если будет возможность, я на какие-то вопросы отвечу. Можете обсуждать, комментировать, общаться между собой. Сейчас пока небольшая пауза.